Привет, вы на канале Агата ЛП Смеха, и сегодня у нас такое разговорное видео. Короче говоря, хейтеры. Вот. Все это началось с того, что один пользователь назвал мое видео фигней. И это видео было очень старое. Я такая, шутя ее обозвала, потому что мне немного обидно стало, тем более она в этом не разбирается. Я посмотрела ее канал, там какие-то массажи были. Она мне, короче, объяснила, что это канал ее мамы, и иначе юга обзываться и так далее. Вот. Ну... А дальше пошли эти хейтеры. Я, честно говоря, сейчас не хочу все объяснять, потому что это долго. Короче, блин, вот серьезно, миллиарды и больше доказали, что, блин, хейтеры, не нравится, не смотрите. Вот серьезно. И тем более я как бы в ответ пишу, а у некоторых я забываю. И да, почему я удаляю комментарии? На самом деле я просто очищаю комментарии, потому что я не хочу их заполнять вот этой вот фигнёй. Вот. И да, мне кто-то писал то, что это, я матерюсь на всех. Чё за бред? Вот, блин, вот реально, что за бред? Во-первых, я вот помню, я недавно как бы написала гневный комментарий на одного пользователя. И я не просто так, потому что я не дура, что просто так писать, как, например, вот эти хейтеры, как вы. Потому что я вам, по крайней мере, ничего не сделала. Короче. Ну, пользуюсь. Знаете почему? Потому что она уже давным-давно как бы гневные комментарии оставляет у моей подруги. Я ее решила просто защитить. Ну и потом, короче, вот это вот все происходит. И, блин, чё к чему? Вот, например, я смотрела один канал, который мне как гневные комментарии писал. И знаете что? У нее 2 подписчика. Да, у меня 45, у нее 2 подписчика. И она... И, блин, она даже не знает, что такое анимация. Серьезно. Сейчас я не собираюсь никого оскорблять, я просто объясняю, что, блин, что за тупость? Люди, вы хоть очнитесь? Мне, конечно, вообще пофигу. Ну, блин. Я как бы для вас стараюсь. Я вам прям, я вам не то, что прям это раз, два, три, все, я вам сняла. Нет, я реально стараюсь. Ну и вообще, кто писал гневные комментарии, хейтеры, то некоторым я им просто ничего не сделала. Они мне просто так практически оскорбили и так далее. Блин, люди, вы понимаете то, что мне реально больно. И вот серьезно. Я, конечно, не хочу, понятно, чтобы это продолжалось. Но, люди, давайте уже как-то по-серьезному, по-нормальному. Потому что мне реально это надоело. Я не собираюсь удалять канал ради вас. Потому что ради этого, ну, я как-то свой канал люблю, я его не хочу удалять. Но давайте, ну, реально жить дружно. Потому что я не хочу вот этого всего. Я вообще не хочу с кем ссориться. Вот и все. Это все, что я хотела сказать. Итак, хейтеры.
Если вы внимательно смотрели это видео до конца, то вы, надеюсь, поймете, что я вас не оскорбляла сейчас ничего. Я просто сказала, что происходит у меня в этот момент. Поэтому, короче, я не понимаю. Я уже реально. Я устала от этого и не могу я так. Люди, давайте уже реально жить дружно. И я... Короче, я уже даже слов не могу подобрать. Давайте уже все. А то вы собираетесь, наверное, без конца так делать, да? Короче, давайте уже просто вот без этого. Не нравится? Не смотри. И тем более у кого-то просто видосов нету. Значит, просто завидуют. Но это прекрасно, конечно, погибают. И блин. Некоторые меня обзывают малявкой. Да, откуда вы знаете, сколько мне лет? Во-первых, сколько мне лет, знают мои подписчики только. Ну точно не хейтеры. Поэтому у вас нету права обзывать меня малявкой. Ну, во-вторых, господи, снимайте видео, потому что по вам видно то, что вы просто завидуете, так как у вас вообще видео нету. Нет, ну у кого-то видео есть. У кого-то есть видео, но они некачественные. Хуже моих. Вот серьезно. У кого-то 0 подписчиков. Или очень мало. Поэтому люди, серьезно, хватит завидовать. Я ненавижу, когда вот так вот мне завидуют. Не надо кейсы ставить снова. Я вам по русскому языку сказала. И, кстати, кто мне из хейтеров напишет, я их, или, ну, я их заблокирую, поставлю им кейсы и напишу гневные комментарии. Вот и все. Могу даже с моего второго аккаунта поставить. Мне вообще не сложно.